И приехали в Home Depot. Это здесь прям рядом. Посмотрим. Для дома сейчас много чего нужно. Начинается весна, лето, ремонтный сезон. Надо много всего смотреть. Поехали. Это видео. Костя просто катается на кресле. Я сейчас перепробовала половину кресел, теперь Костя перепробует. Ну, неважно, посидела на нескольких диванах. Кресло, которое выталкивает тебя из кресла. Это не пук. Понравилось это, что тебе на дне рождения? Ну супер, потому что сейчас мы будем делать мясо. Все, сейчас я буду его надевать. Зачем делать? Можно сырое кушать. Сырое, ты думаешь? Да. Это что это такое? Что вот это? No, I can't see это... Там есть звук, наверное, какой-то радио на улице. Здесь у меня уже процесс пошел. Хочу ответить на вопросы ваши, которые вы часто спрашиваете меня. Но я на них не отвечаю. Почему Костя не занимается этим вопросом? О, холодно сейчас на улице. Почему Костя не занимается вопросом барбекю? Дело в том, что барбекю, конечно, может заниматься и мужчина, но прежде всего здесь это развлечение для женщин. Это очень просто и быстро. Вы просто включаете, открываете газ, нажимаете конфорки точно так же, как у себя на плите. И дело пошло. То есть никаких усилий для там, того, чтобы разжечь эти угли и так далее, и так далее. Включил, выложил то, что тебе надо. Главное следить и знать, сколько по времени какое мясо готовится. Там свинина одно время, говядина другое время, гамбургеры одно время, шашлык другое время. То есть знать примерно, сколько нужно держать мясо, с какой стороны и как вот плюс-минус. Какие там соусы, приправы и так далее. Вот, поэтому, в принципе, цель была такая, когда мы брали, я мечтала брать барбекюшницу именно газовую, чтобы мы могли ее просто взять, просто я могла включить и в любой момент выбросить туда кусок мяса, сделать и все. Но я никогда этого не делала раньше. Константин у меня вообще, он любитель барбекю делать самостоятельно на природе, да, вот как принято, чтобы развести, в общем, этот огонь. Мясо на нем крутить у него шикарно получалось, но он уже очень давно не делал. У нас есть такое барбекю. Летом, если мы выезжаем, мы берем его с собой, делаем на природе. Но этим летом у нас будет, я думаю, больше получаться. Мы это будем вам снимать. Этим занимается только Костя, я туда не приближаюсь. Я только мариную мясо для этого процесса. Вот, поэтому это для ответов на ваши вопросы. Это было сделано для меня. Значит, есть мясо, которое с жирком, за ним нужно лучше следить, потому что оно в любой момент может воспламениться. Вот то, в чем лежал уксус с водичкой, я сбрызгиваю. Таким моментом я успокаиваю огонь, и мясо остается более-менее как бы сочное. Но не переусердствовать, главное. Все, и мы закрываем. Тихо, здесь мешает. Закрываем, и оно себе там доходит до нужных температур. Я слежу, чтобы оно здесь не переваливало за 250. Вот. Все. Примерно делается 25-30 минут шашлык. Зайду в дом, а то холодновато. Буду стоять, чтобы не задымилось. Так, первая часть готова. Шашлычок. Острый перчик. Этот лук, в котором мясо вымачивалось. Костя очень любит. Так, сейчас варится еще картошка в мундирах. Вот еще помидорки с оливками, которые Габи уже здесь подъела слегка. Подъела, но все съела. Все съела. Ты съела? Зюзя? Видоша, тебе нравится твой подарок? Ты прям, я вижу, не отходишь. Радио. Классно. Прикольно. Ребята, ну я в полном кайфе. Вы посмотрите, как я разгорячилась. Я так намерзлась, пока я делала мясо. Мы так хорошо поели. Выпили с Костей по бокальчику вина белого у нас было. Как же хорошо. В общем, расслабон полный. Поэтому, ребятки, я думаю, что день был настоящий выходной. Такой бездельнический. Мы пошлялись по магазинам. Подобрали мы краски, ходили, смотрели, плитки ходили, смотрели. Мы же хотим как бы красить и бэксплэш делать на кухне. Будем красить кухню и бэксплэш делать. Вот. Так мы ходили, смотрели, решали по цветам. Вроде сошлись уже на всех оттенках серого. Будем смотреть, думать. Все, это был еще один день с нами. Спасибо, что вы были с нами. Я желаю вам хорошей недели, доброго утра, хорошего дня, доброго и спокойной ночи. Пока, до завтра. Бай.
created using Powtoon.